На первом концерте фестиваля в районном доме культуры не сказать, что аншлаг. В зале школьники, которым эта программа необходима для патриотического воспитания, и постоянные слушатели, подпевающие артистам. Фестиваль мне очень нравится. Я считаю, что он интересен для многих поколений, и для старшего возраста, и для молодежи. Всегда с удовольствием хожу сюда, в эти дни фестиваля. Бархатный сезон – это отдушина наша. Был концерт Сергея Зыкова, замечательного исполнителя из города Санкт-Петербург. Был очень удивлен его концертом, то есть в полном восхищении, в полном восторге. Сергей Зыков – исполнитель романсов и песен на стихи российских авторов. Этот фестиваль, у него правильный посыл. Он действительно как бы организован для детей, для молодых, для поколения, для нового. То есть, конечно, это было бы, может быть, даже слишком сказать, что я тот самый человек, который нужен этим детям. Но свою необходимость, свою нужность я сегодня почувствовал. Мне действительно это очень понравилось. Выступления артистов из Санкт-Петербурга, Челябинска, Сочи и даже Амстердама продолжатся всю эту неделю. Каждый день по 6 октября включительно. Начало концертов в 17 часов.